как найти и развить свой стиль в рисовании. Но для того, чтобы развить свой собственный стиль в рисовании, нужно вообще научиться рисовать. Для этого необходимо постичь базовые законы рисования и живописи, то есть пройти какое-то хотя бы минимальное обучение. Это могут быть какие-то художественные школы, художественные курсы, мастер-классы, либо индивидуальное обучение. После того, как вы имеете уже некое представление о том, что такое живопись, что такое рисунок, как изобразить тот или иной эффект, какие бывают стили, изучать историю искусств, пробовать копировать других художников, потому что это очень важно. При копировании чужих работ, особенно великих художников, вы научитесь мыслить как эти художники. И в дальнейшем это вам поможет развить свой собственный стиль и взгляд на искусство и мир. Если вам понравилось наше видео и вы хотите узнать больше полезных советов, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!